Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников и биографией. Павел Александрович Сведомский. Художник, работал в русле позднего академического искусства. Родился в июне 1849 года в дворянской семье. Его старший брат Александр тоже был художником. В 1870-1871 годах учился в Дюссельдорфской академии художеств, а в 1870-м в Мюнхене в мастерской Мункачи. В начале 1870-х вместе с братом путешествовал по Франции и Италии. Данных очень мало, я пользуюсь Википедией. В 1875 году поселился в Риме, где у них с братом была совместная мастерская на улице Маргутта 5. В 1879 году за картину «Юлия в ссылке» был награжден Академией художеств большой поощрительной медалью, а за картины «Москва горит» и «Дочь Камелия» получил звание почетного вольного общника и большую серебряную медаль. Живя в Риме, выезжал в свое имение в Пермской губернии в Киев для участия в оформлении Владимирского собора. Умер в 1904 году, по различным данным, в Риме или в Швейцарии, в городе Давос. Ну вот так вкратце, данных очень мало о художнике Павле Александровиче Сведомском. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.